Ассоциация индустриальной строительной технологии РК объединяет предприятия и организации, связанные с индустриальным домостроением. Это комбинаты индустриального строительства, создаваемые в рамках ГФУИР, научные проектные институты, занимающиеся разработкой типовых проектов, нормативно-технических документов, в том числе по внедрению еврокодов Республики Казахстан. Ассоциация приняла активное участие в обсуждении проекта концепции, в том числе на площадке Союза Атамекен. Наши замечания и предложения были в основном учтены. Считаем, что проект концепции реформирования нормативной базы в строительной сфере охватывает комплексное видение ключевых проблем отрасли и пути их решения, а заложенные в ней основные направления и принципы реформирования нормативной базы отвечают целям и задачам, поставленным президентом страны перед отраслью по интеграции в таможенном союзе, едином экономическом пространстве с учетом вступления в перспективе ВТО, а также качественному повышению культуры строительства и улучшению бизнес-климата. В целом ассоциация поддерживает проект концепции. Спасибо за внимание.